Вы поймите, что никто не встретит Новый год так, как хотел. По крайней мере, таких будет процент, стремящийся к минимуму. У нас из этих детских ожиданий того, что должно случиться чудо, должно случиться что-то невероятное, что огонек должен быть просто невероятный, что речь должна быть просто необыкновенно вдохновляющей. Ну, Дед Мороз должен случиться, чудо какое-то даже произойти. Переживайте, все будут разочарованы, так или иначе. Просто примите это с юмором. Вот. И то, что у вас Новый год заранее задался, а что вы не можете точно справить его как хотите, в этом есть просто супер прикол. Заранее поймите, что судьба дает вам возможность почувствовать, что если не сбываются какие-то наши иллюзорные надежды, это вовсе не делает нас несчастными. Мы вполне можем быть счастливыми, несмотря на это. А многие, вы придете, они праздновали, как собирались, и они вам расскажут. Эти спалились бенгальским огнем, эти въехали в сугроб, эти, значит, с кем-то подрались на улице, эти пошли на площадь праздновать, а там было просто полный кошмар. А вы придете такой довольный. Отпраздновали?